Ребята, сегодня я играю в босс-кири, которого нужно убивать, и можно задавать скины. Мой брат играет сейчас. О, что дали мне? О, мне бревна дали. Боссик. Меня зовут. Давайте еще раз создадим. Так. Глаза у него будут вот такие. Если будем его сейчас кидать, у нас будет он военный. Вот такой маской. Очками. Такими. Он у нас будет еще вот такой. Рот у него будет такой, и тело у него будет другое. Это как изибади, какая-нибудь. Все, вот так. Все. Знаешь, чем пахнет изумительно мной? На. На. Выбираем оружие. Рыбоёж. Уа, они надуваются. Уа. Ой. Теперь берем рыбомёд. Давайте лопатой. На. На. У него лопата. А теннисный мячик. Продолжаем, ребята, извините, что я поставил на паузу, но мы начнем. Так, убираем оружие. Можем изменить оружие. Граната. Дать гранату. Вот такие. Купим ему сердечки. Так, я пока все закину. Вот у брата должно такое же видео выйти. Пара видео не получилось. Не получится. Скучу много жизни. Вообще знаешь, как играть таким жестоким. Так, можно купить жизнь. Так, не то. Берем самую крутую гранату. Хлясь. Надо как изменить. Что у нас там? А, можно цвет, короче, поменять. У меня имеет цвет.
На, на. Ну, на. На. Со мной брат играем. Поздоровайся. И всем привет. Меня зовут Захар. И вы можете тоже перейти на мой канал. И посмотрите, у него видео про Амняма. Захар Бес. Передать снежками. Скоро же Новый год. Да. Значит, будем делать зимние и летние ролики. Ну, чтобы нам было тепло, а не холодать. Все, он восстановился. Погнали. Да. Вот. Так, давайте выберем... Вот. Выберем... Не может, он все устал. Так, так. Теперь убираем оружие. Лещики. На. Это яичное, да, что нового? Во. Это прикольно. Да, это прикольно. Чего бомбить? Это мы не возьми, кстати. Все, он сдох. Сейчас он установится, не волнуйся. Нет. Нужно что-то покупать, так. Да. Все, восстановимся. Нет. Огромный был. Да, Захар говорит, у меня был огромный. Теперь давайте типа. Он плачет. Ой, какая печалька. Он плачет. Кетчуп, он плакал. О, шарик дали. Что мне там? О! О, шаровая молния. Так, по магазин. О! Вау! Это я понимаю. О, босс. Второй. Во! Япония. Это не Япония, вроде бы. Он плачет. Смотри. Так, магазин, что у нас фри, не туда я зашел. Так. Этот локоть оставим. Босса оставим. Оружие, давайте огнетушитель. Вот моего брата не получилось про это снять ролик. Так что он будет снимать со мной. Да. Да-да. 36 возьму. Очень плохо. Так, получай. На. Захар, где ты меня снимаешь? Так. Давай. 0 жизней. Уже ему купить. 5 жизней. Все, он остановился. Это все другое. Сюрикен. И я. Все,
Меч бывает обоюдный. На, это вообще не было. Да, моя бабушка бьет гораздо больнее, а ей уже 93. Ого, господи, что тут говорят? Пикин. Бьют, я пока не знаю вот это. Все. Нет, мы сюрикены лучше. Сюрикены возьмем. Так. Смотрим, что у нас дальше. Подождите, ребят, нужно брату помочь. Ребят, извините, что я поставил на паузу. Брату надо было помочь. Шапку тогда же. Давайте возьмем его и доски. Площадь, магазин. Курсант. Бонус 40. Усилить. Прапор. О, 15 жизней. На 30-35 гемов, 15. Так что у нас дальше? Пропор, а тут сержант. Сержант, у нас идет офицер. После офицера идет у нас лейтенант. Лейтенант. Капитан. Все. У нас оружие беру. Так, спереди. Опа, блин. Шарик. Тут 95 жизней. Я все купил. Да не знаю, сколько купил себе. Ого. 300 уже.
Сколько у меня жизни? 400, 500 уже. Сколько тысяч на пол? Это уже 700. Все. Выходим с магазом. Так. Ладно, ребята, я буду заканчивать. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, и всем пока-пока. Странно какой-то.